Подмосковье проходит антинаркотический месячник, а это значит, что и в нашем городском округе сейчас немало мероприятий, направленных на борьбу с вредными привычками. Так, студенты Щелковского колледжа поучаствовали в интеллектуальной викторине «Квиз», лозунг которой гласит «Мы за здоровый образ жизни». Игра состояла из нескольких раундов, в которых ребята смогли проверить свою смекалку и ответили на ряд непростых тематических вопросов. Спорт – это замечательно, здоровый образ жизни – это замечательно, потому что это модно, это молодежно, это придает тебе сил и уверенности. А наркотики – это ужасно. Алкоголь – это тоже наркотики, следовательно, это ужасно. Табак – это тоже наркотики, это тоже ужасно. Большинство данных акций направлено именно на подрастающее поколение, ведь оно наиболее подвержено негативному влиянию. Мы им рассказываем о необходимости придерживаться здорового образа жизни и также проводим мероприятия по выявлению незаконных надписей, рекламирующих рекламу. Еще проводим беседы с психологами, с наркологами. Но для того, чтобы было более интересно и у ребят в памяти остались вот эти мероприятия, то проходят интерактивные игры. Стоит отметить, что профилактическая антинаркотическая работа проводится не в течение одного месяца, а круглогодично. Мария Буржинская, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.